Всем привет, вы смотрите 1 сентября и велосипед. Я поехал дальше. Вот, наконец, наступило 1 сентября и велосипед. Как вообще прошло летом? Знаете, лето в Латвии было, ну, так себе, погода не очень. Но вы напишите сочинение, как вы провели этим летом. Это видео хочу посвятить именно 1 сентябрю и велосипеду. В общем, наступила осень, как видите, уже листья опадают, и вообще мне нравится осень, такое время, конечно, это не лето, когда солнышко хочется, а хочется чего-то другого. Вам не хочется учиться, но в школу надо, потому что без образования, ну, вас не будут считать за человека, поэтому те, кто начал уже учиться в первый класс, пошел как преданный школьник, начал любить школу, любить ее до конца 12 класса, а потом уже думайте сами, ну, дальше идти работать, либо дальше учиться. Но это касается первоклассников, ну и старшеклассников тоже. Первое сентября и велосипед. Велосипед стал моден 1 сентября. Катайтесь, это велосипед. That hangs from a thread.